Приветствую тебя, дорогой зритель, это очередное видео о современных технологиях. Flyboard Air. Много лет назад такое изобретение можно было увидеть лишь в фантастических фильмах или компьютерных играх. Этот ховерборд, или говоря по-русски «парящая доска», развивает скорость до 150 км в час и очень быстро может поднять человека на огромную высоту. Правда, пока никто не осмелился проверить данный параметр на себе, но заявлено, что Flyboard Air взлетает на высоту до 3 км. Для его работы используется топливо, оно находится в специальном баке, который размещается на спине у пилота. Изобрел и запатентовал этот аппарат Фрэнки Запата, который известен как чемпион мира по езде на гидроциклах. И именно он принимал непосредственное участие в испытаниях своего ховерборда, парив над поверхностью воды со скоростью 55 км в час. Фрэнки Запата уже не раз удивлял своими разработками, только вот предыдущая модель летающей доски сильно ограничивала ее владельцев, потому что она полностью зависела от гидроцикла, через который в нее под огромным давлением поступала вода, а максимальная высота, на которую можно было подняться, составляла всего 15 метров, хотя на ней можно делать очень зрелищные трюки. Ну а в модели Flyboard Air все эти препятствия удалось обойти, только этот аппарат не для массового пользования, так как для того, чтобы безопасно им управлять, потребуется серьезная подготовка. Самопаркующиеся тапочки. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово Nissan? Наверное, вы сразу же подумаете об автомобилях, но посмотрев это видео, ваше привычное представление о данной компании немного изменится. Ведь они еще делают так называемые умные тапочки, а умные они потому, что сами убирают себя в специально отведенное место, когда их долгое время не используют по назначению. Они были созданы для одного из японских отелей, и компания Nissan оснастила его не только самопаркующимися тапочками, но еще и столами и даже подушками, обладающими аналогичной функцией. Где бы ни были разбросаны тапки, они спустя некоторое время автоматически разбираются по парам и выстраиваются в шеренгу у порога. Двигаются они по заданной траектории благодаря наличию специальных сенсоров. Это технология ProPilot Park, которую компания Nissan представила в последней версии электромобиля. Он самостоятельно находит и занимает свободное место на парковке. А теперь благодаря данной технологии повышается комфорт как посетителей отеля, так и обслуживающего персонала. Метроклей. Ученые уже давно работают над созданием клея, с помощью которого можно было бы моментально заживлять раны и останавливать кровотечение. Наибольшие успехи в этом направлении делает исследовательская компания из Австралии. Они создали уникальное заживляющее средство и назвали его метроклей. При впрыскивании на рану он полностью запечатывает ее в течение 1 минуты, тем самым герметизируя пораженный участок, а затем постепенно рассасывается и при этом очень эффективно соединяет и восстанавливает разорванные ткани. И все это получается благодаря тому, что этот клей содержит себе белки, которые при взаимодействии с ультрафиолетовым светом становятся прочными, упругими и при этом очень эластичными. С этим средством было проведено множество удачных испытаний. Клей метро способен заклеить рану даже на легком. А самое главное, что медицина сможет навсегда отказаться от швов и металлических скоб. По словам профессора Насим Анаби, клей совершенно не токсичен и крайне удобен в использовании. При непосредственном контакте с тканями он сразу же образует гель, минуя фазу жидкости, что является его еще одной сильной стороной. Такое средство особенно будет востребовано в каких-либо экстренных ситуациях, например, автокатастрофах или военных действиях, когда помощь нужна сразу и дорога каждая секунда. Техношопинг. В этой части выпуска я рассказываю об интересных изобретениях, которые можно недорого купить и сделать подарок себе или своим близким. Например, вот такие батарейки, которые заряжаются от USB. Вы их сможете заряжать через компьютер, ноутбук, зарядное устройство для смартфона и даже подключив к телевизору или автомагнитоле с USB-портом. Благодаря тому, что эти батарейки предназначены для долгосрочного использования, вы с одной стороны экономите, а с другой стороны делаете свой вклад в сохранение окружающей среды. Ведь не секрет, что огромное количество выброшенных батареек оказывает на нее пагубное воздействие. В наше время никого не удивишь смарт-часами или браслетами, а вот о смарт-кольцах знают немногие. Например, Jacom R3. Главная особенность такого кольца – это наличие NFS-чипов, благодаря которым данное кольцо сможет легко заменить ключ от домофона, пропуск на работу или даже банковскую карту. С помощью специального приложения в него загружаются данные с чипов различных ключей или банковских карт. Все они будут объединены в одном маленьком устройстве на вашем пальце. Кроме того, с помощью кольца можно очень быстро выполнять некоторые команды на смартфоне, которые также легко программируются через приложение. К примеру, вы можете добавить номер телефона для быстрого вызова, и тогда, как только вы прикоснетесь кольцом к смартфону, сразу же пойдет вызов указанного номера. Ну и многие другие фишки при желании тоже можно настроить.
Эти товары вы можете купить, следуя по ссылкам в описании к видео. Также рекомендую посмотреть предыдущие ролики и подписаться на канал. На нем вы наверняка найдете интересный для вас материал. Всем пока и до новых встреч!